Вот. Вот. Это то, что продают в аптеке. Жвачка. А это у тебя вместо жвачки, да? Ну да. Это я взял вот с дерева. Это полезная жвачка. Для зубов. Ага. Или даже лучше. Вот. Ножиком надо. Ну, ножиком. Ну, как бы. Получается вольгум. Та смягодні. Давай, давай. Мы сейчас не будем его ждать. Это как в фильме «Рыбку не задави», да? Приключения итальянцев в России. У нас каждый день вот такое состояние. А весна, представьте, здесь половодье, когда начнем добираться. Вот так. Он как. Вот это красиво, это заслуживает, конечно. Подождите, волосами головой. Вот так. Вот это какая-то такая. Я термос потерял. Да ну, он вот он. Я только налил, поставил куда-то. Он дальше дороги не уйдет. Ну я понимаю, что на дороге ты. По коме это называется Лузан. Лузан. Ну, как разгрузка, скажем так, по научному. Здесь карманы, вот, с внутренней стороны, вот. Вот сюда дичь берется. И сзади то же самое. Вот. Вот сюда. Чтобы равновесие было. Да, тяжело нести. Вместо рюкзака. Это дядя Леша поймал. Вот такая шкурка у нас стоит около 1000 рублей где-то, да? Да и дурже нет. Ну там приемщики приезжают, сдают. Я не занимаюсь. Ну что, ехаем, друзья? Да, поехали. Thank you.
Ю? Да. А. На здравие. За здравие. Бери самый вкусный кусок. Вот. Да, спасибо. Вот я рыбу ловлю. Есть. Чай. Тарасов. Ты так надай. Мама так молодец. Чем дай? На двои. Да ну на. Да, не может быть такого. Чем дай? Так обожди. Так надай. Ну что? О! Давай. На здравие. За здравие. На здравие. А, давай. Еще что-то был. Еще я чуть-чуть. Хорошо. Мир, дружба. Мир. Мир, мир, дружба. Ну, как ты? Надо полную пить сначала. Ты что? Ну, так же ты что? Да, вам взял чуть-чуть не пудем. Так и гости издалека называются. Вот, блин. С иностранцами можно почухаться. Заходите сюда, приезжайте. Спасибо. На здравие. Ну, за ваше здоровье. На здоровье. А что, будете снимать? Давай, давай, давай. Что-то кусок очень хочет, нет сегодня? Кушал, да? Да ладно, ладно, ладно. Давай. Яблони не теплые, хорошие. Поменяем мы сетку. Рыбы нету. Сейчас покороче поставим, она не будет как это самое грязнить. С утра до вечера работаем, сено косим. Некогда.
Да, уже горько. Да. Хочешь попробовать? Нет, не хочу. Здесь брашка. Как эта брашка возникает? Брашка, сахар, дрожжи, вода. Вода. Бродит, забраживает. Потом вот здесь стенд стоит от чайника. Нагревается, закипает. Здесь вот пар выходит. Здесь получается пар, спирт получается выходит. Ну как делать? Дистиллированную воду делает. Так. Здесь остывает, это в мельнике. И там получается продукция. Вот сюда будет капать наша продукция. Под названием самогон. Помоги! Поднять, выкинуть. Да. Он хочет посмотреть, как самоделка. Какой? Самоделка. Бутовник уже такой есть. Да. Двигатель. Все, выкатил. Набрать. Пусть так. Покасуй, дай. Покасуй. А какая история? Церковь, потом кинотеатры? Да. А потом просто... Ну, я, сколько себя помню, здесь ничего не было. Вот. Сюда рыбу ложишь на щепки здесь, а потом этим закрываешь, одеешь, топишь, ну и все, рыба по птице. А потом резина не будет пахнуть? Угу. Нет? Резиной будет пахнуть. Угу. Вот Чехов, вот почему-то Чехов я историю плохо вашу знаю. Только заберете. У вас Дракула живет. Мушки дело хорошо не мокнет. А как она у вас оказалась? Я ее поймал, петлю. За мной долго ходила. Я ее перехитрил. Надо кипяток бросить, да, она отойдет. Все. Угу. Да я боюсь, что он этот... Развалится? Развалится, да. Здесь это привяжи, ага. Вот так, чтобы они не развалились. Ага. Ну и дома ну, что-нибудь придумай. Суп сваришь. Еще. И еще. Готов уметь. Кости останутся. Почем ставятся звезды? Это на войне. Он воевал. Ага. Ну, брат не воевал, но как мужикам. Thank you.
Ребенку-то я и в городе найду. Ребенка-то у меня. Все, хватит. Я в интернете где? А, вот и после пати. О, Люган. Спасибо. Все, давай, давай, залезай. Да я разутый. Вода охладила, бля, вроде. Просто ходи, что ты ложишь. Я уже на тот берег сейчас приеду. Да, заводите нас. Семен, о, заводись. Да завожу, что-то не заводится.